конце января отметили свои дни рождения сыновья Марии Кожевниковой. Ивану исполнилось 2 года, а Максиму год. По этому случаю актриса устроила большую детскую вечеринку в одном из столичных ресторанов, на которую пригласила друзей семьи и их детей. Праздник удался на славу. Прошло несколько недель, и звезда решила рассказать фанатам, как это было. Мария поделилась, что к этому празднику она начала готовиться давно. Она сама продумала программу для деток и подобрала соответствующих аниматоров. Однако Мария не смогла найти подходящих костюмов для некоторых героев из русских мультфильмов, и поэтому она решила подобрать героев из другого зарубежного мультфильма. Подробнее про организацию праздника Мария Кожевникова рассказала на своей странице в Инстаграм, а также дала поклонникам полезные советы. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и получайте ежедневную порцию интересных новостей и фактов со всего мира. Всем пока!